Реализацию национального проекта «Производительность труда» в России сегодня обсуждали на селекторном совещании с министром экономического развития страны Максимом Решетниковым. По словам руководителя федерального ведомства, безработица на минимальном уровне. Рынок труда восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Высокая прибыль компании позволяет рассчитывать на инвестиции в повышение эффективности, модернизацию производства и в рост зарплат. Нацпроект позволит также экономике выйти на 3% рост. Развитие производительности тормозит значительное количество низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест. Это серьезное ограничение для региональных экономик.